Всем добрый день, меня зовут Зарина Дагузова, и я руковожу Ростуризмом. Как вы знаете, совсем скоро, уже в августе, стартует специальная программа по поддержке внутреннего туризма. Точную дату мы назовем в самое ближайшее время. Ключевая задача программы – сделать ваш отдых, отдых наших граждан, интереснее, а главное – доступнее. Суть программы заключается в том, что вы сможете получить возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости путевки. А именно, за туры от 25 до 50 тысяч рублей вам вернется 5 тысяч рублей. Если тур стоит от 50 до 75 тысяч рублей, то вам вернется 10 тысяч рублей. И за туры стоимостью от 75 тысяч рублей и выше возврат составит максимальную сумму – 15 тысяч рублей. Деньги будут возвращаться автоматически в течение 5 дней максимум. В программе примет участие вся страна, все регионы, а это значит, что вы сможете получить самые широкие возможности в выборе отдыха. Это могут быть и пляжи Юга России, и рыбалка на Байкале, и круизы по Волге. Вы сможете оздоровиться на Кавказе, заняться рафтингом и трекингом на Алтае, серфингом на Дальнем Востоке, искупаться в теплых озерах Хакасии, отправиться на экскурсию в прекрасный Санкт-Петербург и даже увидеть северное сияние в Архангельской области. Ну и многое-многое другое. Для вашего удобства в программу включены как пакетные туры, перелеты, проживания, так и отдельно проживание в отеле для тех из вас, кто добирается самостоятельно. Мы знаем, что таких туристов очень много. Необходимо прежде всего дождаться старта программы в августе. И есть условия, на которые мы просим обратить отдельное внимание. Первое. Тур должен быть не менее 5 дней 4 ночей и обязательно оплачен карточкой МИР. И в поездку можно будет отправиться с момента покупки тура после старта программы и до конца года. Все условия проведения программы, подробности, а также ответы на часто задаваемые вопросы вы сможете найти на официальном сайте Ростуризма, а также в моих социальных сетях. Мы будем максимально оперативно делиться всеми новостями и всей самой полной и последней информацией. Спасибо большое за внимание.